пока герой не подозревает, с чего все начнется, он начнет. Кидает смелых рыб, вот опять кидает слово в рис. Вот узбеки собрались, и киргизы собрались, Сергей, Эрминов на бис. Вот узбеки собрались, и киргизы добрались. А ну-ка, Эрминов на бис. Прежде чем представить книжку, я вас хочу немножко разогреть. Опять из другой книжки, которая будет после вот этой, там будут собраны мои стихи все. И о севере, и о чем угодно. И о любви, конечно. Но дело в том, что это как бы здесь будет сейчас только из одного раздела той книги, из раздела «Сахаринская тетрадь», если вас это устроит. Я тут программочку составил, поэтому мы не будем от нее уходить. Невозможно объять необъятное, но друзей я сумею обнять. Целый год не увижу вас. Это понятно, иногда вспоминайте меня. Я весь в минусах, это не скроешь от вас. Только этого я не боюсь. Математика нас убеждает как раз. Возведи в квадрат, будет плюс. И всегда уезжая от вас в свою даль, сердце часть оторву своего. Вы поверьте мне, этого вовсе не жаль, сердца много, не жалко его. Тишка мне на пороге мурлычет спеши, он мне лапой скребет по душе. Долго будет мне сниться в таежной глуши наш квадрат на втором этаже. Долго будет мне сниться в таежной глуши наш квадрат на втором этаже. Вот и все, я с порога рукою машу, что-то считает под самую пробь. Я последнюю строчку сейчас допишу, но пока, может, встретимся вновь. Если к черной квадратной дыре меня Бог подведет и на том рубеже, прошу, чтобы ясно увидеть я смог наш квадрат на втором этаже. Упрошу, чтобы ясно увидеть я смог наш квадрат на втором этаже. Из серии тех северных песен. То есть я, если сочиняю стихи, то я стараюсь в них не врать. А так как есть. Нарисуйте меня в черно-белом. Ни к чему мне, поверьте, цветная мазня. Будто шел по тайге, устал и прилег между делом. В сапогах и в штормовке моей нарисуйте меня. А еще нарисуйте вокруг слоники и морожку. Сигареты последней, поэтому сладкий дымок. Мох и ягель, медвежьи следы и всего понемножку.
нарисуйте, что рядом горит не дым, а костерок. А еще нарисуйте мою непобритую рожу и мешки под глазами от позавчерашней гульбы. Нарисуйте это так, чтобы было взаправду похоже, как сочится сукров из разбитой в разборке губы. А еще нарисуйте парящего в небе орлана и ранку беляцкую где-то за мной вдалеке. Пусть плывут по картине больших облаков караваны. И еще полбутылки в раскрытом моем рюкзаке. Пусть простой и понятный получится эта картина, и пускай от нее настроение у многих к нулю. Только вот почему я забыть не могу Сахалина, почему этот остров до жути, до боли люблю. Там судьба раскололась на до и на после, наверное. Каждый прожитый день он теперь золотой для меня. Нарисуйте мне мир, нарисуйте его в черно-белом. Ни к чему мне, поверьте, цветная мазня. Есть такое понятие у буровиков – консервация. То есть вот ты отбурил свою скважину 5000 метров, это я в нефтеразведке работал, отбурил, и пока ее не демонтировали и не перевезли на другое место, ее консервируют. Ну как консервируют? То есть закрывают все. Все остается на месте, потом режут по блокам, вот, а там же блоки, дизельные стирают, роботы, там все, и перевозят тракторами на другое место. Вот. А перед тем, как везти, вот ее консервируют. Она, эта операция называется консервация. Песня об этом. А вы оставьте лишние вопросы, с тайгой вам море не сравнить. Не ровня морякам, мы просто бурматросы, но не об этом надо говорить. Сегодня опустеет буровая, как корабль, брошенный людьми. Последний дизель, вздрогнув, замолкает. Сегодня с буровой простимся мы. А выхлопа уже не ворчат, и ветер на кран-блоке сорвать хочет флаг, и грузно на талях висит крюкоблок, как вздернутый на рею пират. А выхлопа уже не ворчат, и ветер на кран-блоке сорвать хочет флаг, и грузно на талях висит крюкоблок, как вздернутый на рею пират. Я, если б мог, обнял тебя с железа, к которому руками пристывал, и на кран-блок я не взлечу, но влезу. Я здесь не раз рассвет в тайге встречал, и вот ушла последняя машина, как катер, отваливший от борта, и сразу постарел. Сутуля спину, годков на пять, бурмастер, капитан. А выхлопа уже не ворчат, и ветер на кран-блоке сорвать хочет флаг, и грузно на талях висит крюкоблок, как вздернутый на рею пират. Так вот, такие вот у меня ассоциации на эту тему. Ну, были случаи, когда я мог оттуда и не приехать.
тоже было такое. Как-то пришлось идти с одной буровой на другую зимой. Случилось так, что маленько не рассчитал свои силы, и вот появилась такая песня. Я думал, не дойду, хотя дойти немного, и лежа на снегу, почти что замерзал. И как назло пуста та зимняя дорога, которой до тепла всего одна верста. Зима швырнула вниз дырявый полог ночи, со звездами смешав поселка огоньки. И шар луны повис, блестящий низко очень, и холод не пускал из мерзлой щели тайги. А я уже не шел, и нету сил подняться, и в зажигалке газ замерз наверняка, как в картах перебор, уже не отыграться. Осталось крикнуть «пас», и нету дурака, но верилось, найдут, хоть поздно или рано. Я верил, что идет дежурный вездеход по следу моему. Несется ночью звездная, в нем сидит, дымит и кроет в мать народ. И вот в полубреду, о чудо, слышат раки, еще чуть-чуть и вот над самой головой, полночи заслонив, навис тяжелый трактор, и Генка заорал: «Живой стервец, живой!» Я со слезами спирт глотаю вперемешку, еще не кончен бал, не зря ва-банк играл. А Генка пьяный ржет, диспетчера, конечно, Валюха в клочья рвет и бьет в колокола. И год почти забыт, уже не помню дату, не суть в каком году, какого там числа. Но в тракторе тогда, счастливый и поддатый, запомнил навсегда, что ты меня спасла. Ну, такая история. Я написал когда-то вальс, я написал его уже здесь, но он на ту тему, почему-то Сашке Маскот, когда этот вальс вкатил в полную, он так любит его, но я его сейчас спою здесь. Снова осень моя говорит мне привет у порога, но представить себя стариком я пока не могу, потому что бежит бесконечная эта дорога, по которой до финиша вряд ли когда добегу. Только как мне разметит, где старт, а где финиш, не знаю. Все бегу в горизонт, но бежит от меня горизонт. Зря бегу, говорят, зря я свой горизонт догоняю. И не пал на виски, да и бегать уже не резон. Понимаю я все, понимаете, я понимаю. Паспорту подтвердит, накрывайся газетой и спи. Только даже во сне я шагаю весеннюю маю, и колышется май под подошвой моею сопит. А над чахлой тайгой поднимается серое утро, и летят косяки на гнездо я вернувшихся птиц. А полярная совка мне в спину спокойно и мудро, не мигая глядит, а глаза у нее без ресниц. Черт меня побери, я на пенсию вышел до срока,
и морщины ветров мне изрезали карту лица. Но летит вездеход и мотает на траке дорогу, ту дорогу мою, у которой не видно конца. Но летит вездеход и мотает на траке дорогу, ту дорогу мою, у которой не видно конца. Так кончается дорога ни в начале, ни в конце. Снег не тает на лице. Какая грустная песенка. Ну, это как бы опять тоже написано уже в это время, но опять что-то связано там с тем. Что-то рано ты пришла, моя осень, на дворе конец весны, начало лета. Во дворе цветет черемуха и вишня вся в цвету, только все меня не радует это. Во дворе цветет черемуха и вишня вся в цвету, только все меня не радует это. Мне кричат, пора сворачивать парус, мне кричат, пора бы в веки и тоже. Да ты ж не нажил ничего, прожил даром, не прибавить, не отнять, не умножить. Ты ж не прожил даром, не прибавить, не отнять, не умножить. Из-под лоб я глянул в зеркало старый, плешь на темени и щеки в морщинах. Только зря в это жил я недаром, и прожил я как нормальный мужчина. А водку пил, когда случалось застолье, замерзал в снегу, тонул, не лукавил. Там, на севере, случалось такое, под которое нутро свое правил. Там, на севере, случалось такое, под которое судьбу свою правил. За друга в драку лез, и случалось, что от боли замирал я, немея. Всем прощал, что не прощалось, казалось, а вот предательство прощать не умею. Всем прощал, что не прощалось, казалось, а вот предательство прощать не умею. С каждым утром день длинней, солнце выше. Да что ж ты, осень мне явилась под лето? А по северу скучаю я, видишь, и весна меня не радует это. Ну, это первая часть только закончилась. Сейчас, если хотите, я вам что-то расскажу о этой книжке. Ты помнишь, Наташ, про Дуську отрывок читал? Да. Там она есть. Хорошо. Про Дуську есть, там есть еще... Ой. Мне тут Леша напомнил, там про Раскрябина нет, но я потом уже буду делать еще раз эту книгу, там еще там добавлю. А про Раскрябина такая штука была, ну, как бы... Это не байка, это в самом деле было. И Скрябин не композитор. Фамилия-то Скрябин, что ты? Ну, я говорю, что... Все, значит, он такого вот ростика был где-то вот. Он такого. Да, даже меньше меня, слушай. Ему было лет 50 уже, скоро пенсия. А жена у него была вот такого роста. И два Лёшки вот в одного собрать, будет она такая. Она, то есть, как бы на бурплощадке работала грузчиком. И вот, ну представьте себе, 50 килограмм мешок с картошкой. Она его не так закидала, не. Она брала его под мышку, шла. Как редикюль. Ну и а у нас за магазином в Слониках была полянка, и мы ее звали ресторан «Бурундучок». Когда с ребятами там собирались выпить, ну и там собирались, кто что принес, сели и в «Бурундучке» бухали. А в это время идет Скрябин и услышал голоса. А дома-то ему выпить не дают.
А тут-то наливают легко и просто. И не спрашивают потом, тушь, ты нам должен. Нет, на Сахалине такого не было. Он взял и говорит, ну встал, ну что, встал уже, что, ну заходи, садись. Сел он с нами, выпил полстакана раз, ну дозу нашу, полстакана два, и, видимо, ему стало хорошо. Он такой же пьяненький стал, начал, да я дома там. Как скажу ей, она прямо вся аж боится, забивается в угол, там, туда-сюда, там. Да я мама вообще с ней разговариваю так, да. И идет мимо она. И услышал родной до боли голос муженька. Заходит. Ну, нас-то она не трогает, мы же посторонние. Ему под затыльник калац, пьешь, скотина. Тут, да ты знаешь, Лидия там туда-сюда. Так, ладно, как тот мешок под мышку, то есть ноги сюда, а голова сюда. И понесла. Но он же мужчина, он же должен сказать последнее слово. И он нам из подмышки машет. Ну ладно, пацаны, я домой пошел. Там было очень много интересных вещей. В этой книжке, в общем-то, написано все. Ну не все, еще будет продолжение потом. И что интересно, там я вот не писал о трудовых героических буднях. Ну, пресса, это вскользь, ну, если по теме, вскользь оно касается. В основном это как бы реверс медали, как мы жили после того, после той героической работы. Такие бытовые сценки. Я что подумал, можно было написать роман «Бояж-лударь». Я не умею роман писать, это долго и нудно. Поэтому я сделал вот набор вот таких рассказов. У меня есть Чехов, кстати, классный пример для подражания. Вот тоже в том же плане коротенькие рассказы о том. А вот когда сейчас вот уже книжку и издал, вспоминается одно, вспоминается другое, вспоминается третье. Думаю, я все-таки там буду дописывать потом. Ну, сейчас вот потом сделаю вначале книжку о поэзии. Она будет с поэзией, она будет называться «Песни без музыки». Почему «Песни без музыки»? Ну, потому что это все равно песни мои. Но я одно, а вот такой грамотный музыкант, как Сергей, как Лешка, они посмотрят, им что-то другое вкатит. Это же будет интересно сравнить потом то, что ты придумал, и то, что они придумали. Правильно? Ну, я всегда за эксперименты, поэтому я вот эту книжку должен издать. Обязательно. Она уже готова. Ее только немножко отредактировать и все. И техническая сторона вопроса на всякий случай, чтобы вы знали на будущее. Вот эти 50 экземпляров я нашел классное издательство Reader.ru. Они мне обошлись в 10 тысяч. Хоть и в мягкой обложке, но глянцевая. Бумага хорошая. И потому что ну, маленький экземпляр, количество, и обошлась практически по себестоимости. 250 рублей книжка. Поэтому, если кто-то хочет забить место на книгу поэзии, звоните мне, и я буду с вами разговаривать на эту тему. Чтобы я буду знать, вот это точно будет брать, это точно будет брать. Но 50 экземпляров мне надо издать, потому что чем меньше делаешь, тем она стоит дороже. Ну, это закон такой. Вот Андрей скажет, соврать не даст, он тоже издавал книги. Чем меньше экземпляров, тем она стоит дороже. А 50, ну, и по моим деньгам, и все. Ну, я думаю, если кто-то хочет, чтобы это быстро издалось, я думаю, 10 штук мы наберем как-то кучу, правильно? И потом уже будем знать, кому. Четко. Вот такое. Но сейчас кто-то, кто прочитал эту книжку, пусть что-нибудь скажет о ней. Я пока посижу. Ну, честно скажу, немножко еще не дочитал. Ну, хотя бы по первым. Да нет, ну, половину-то уж точно осилил.
Прочитал бы все, потому что очень легко, практически запоем это можно. Вот. Но просто по 10 минут в день так вот где-то получается уделять. Да. Ну как, вот, с чего начать? Я изначально после «Бешеной Марии», ну, подсознательно как-то был нацелен на что-то, про вторую книгу, хоть и понимал, что это «Сахалинский натюр», что это уже вот как-то... Но тем не менее, подсознательно у меня вот такой блок остался, что это будет какой-то вот такой вот исторический экшен, может быть, там, ну, невольно это сидело. Вот. Поэтому потом, когда взял, понял, что это все-таки такое что-то вот биографическое повествование, тем более в коротких рассказах, ну, не мог избежать легкого как бы разочарования, что ли. Вот. Но это недолго совсем длилось. Вот, уже там через несколько страниц все как бы забылось, втянулся, понял, что это биографическая, но очень качественная проза, литература, без вывертов, прямая, как вот дорога в степи. А, что это реальное? Ну, и вот именно слово «реальное», «настоящее», то, что было. Я вообще как бы мемуаристику в последнее время и биографические вещи... люблю, наверное, после там, пары десятков лет чтения всякого постмодерна. Вот. А особенно, когда, она, когда такие вещи написаны еще и талантливо, ну, тем более, можно вообще больше ничего не читать. Что вот весь этот художественный вымысел, как бы, он со временем утомляет, тем более, когда такой вот извращенный художественный вымысел. Вот, и кажется, как чем-то с таким... С... глотком свежего воздуха, вот, естественность. Вот, поэтому действительно с удовольствием огромным дочитываю сейчас. Жалею, что не могу вот так вот залпом проглотить, как когда-то в детстве можно было. Вот, но это такие технические трудности. Вот, ну, смакую, можно сказать, да, так. Ну вот, что еще? Убеждаюсь с, этой, с каждым разом, так, с каждым таким вот поводом, что, ну, наверное, повезло мне, что я знаю таких замечательных, талантливых и человечных людей, как Сергей. Вот. Можно сказать, что я счастливый человек, что так вот получилось. Это очень здорово. Вопрос можно один? Ну, конечно. А у тебя новое свое что-то есть? Я бы с удовольствием послушал. Ну, в данный момент оно может быть не совсем новое, но постарался, может быть, то, что как-то не озвучил. Да, я чуть приготовил так вот из того, что мне выбрал то, что более или менее косвенно, или прямо, или хотя бы даже ассоциативно перекликнулось с содержанием книги, ну, больше, может быть, ассоциативно. Вот, поэтому я, ваше позволение, попробую. Рояль из кустов, да. Ну вот, это, может быть, я озвучил, но уж прям такие вот тему точно. Пожил, садись, пиши роман, наружу выворачивай свой тайный жизненный карман, да много не заначивай. Не все на исповедь ходить, священникам докладывать. Ты должен, мать твою, видеть, читателя порадовать. Еще иначе говорю, не все ходить на исповедь. Попам-то все до фонарю, по фонарю. Пиши, роман, садись давай. Ну и вот, понятно, что вещь биографическая, она... пишется уже, когда биография как бы состоялась, по крайней мере, такая значительная ее часть. Ну и читаешь, и вот понимаешь, что автор, он уже такой потертый человек, он заслуженно потертый, в хорошем смысле этого слова. Я уже не очень новый, это видно без очков, мяты кожные покровы, как у кур, как рачков. Я не мнусь и не скрываю, пообтерся от души, о дворцы и о сараи, о гроши и барыши. Барыши, конечно, сплыли, по дворцу гуляют вши, а остались в виде были лишь прорехи да шиши. Выражаясь современно, тот еще уже БУ, выражаясь откровенно,
нету дела никому. Спасибо. Ну и вот эта часть биографии в книге «Отражённая», она, конечно, такая вот именно ну, советского периода, понятное дело. Ностальгия определенная еще такая, конечно, сколыхнулась, когда я читал, я понял, что ну, жизнь-то была везде жизнь, и при любом, так сказать, раскладе каком-то политическом. Вот просто жизнь. Хорошая, такая нормальная, честная, человеческая жизнь. И остальное, в общем, пофигу, там, все эти настройки. Ну и вот кусочек такого советского какого-то прошлого мелькнул, я вспомнил, нашел. «Кассирша, я тебя любил, во времена СССР на что угодно я б забил, билета ради на премьеру. Ты громоздилась за стеклом, императрицей не менее, шел от тебя такой облом, что мы стояли на коленях. В учебниках литератур тогда людей хватало лишних, новосоветской кассе вышней Меркурий больше, чем Сатурн. О, билетерша, билетерш, другой такой я знать не знаю. Есть у меня Toyota Porsche, к тебе я ездил на трамвае. Была духовна всяка связь с непостигаемой кассиршей. Мы все из очереди вышли, не возвратившись во своясь». Ну и вот про в литературе есть еще такое понятие, ну как вообще в искусстве, наверное, провинциальность как противопоставление столичности. Много спекуляций на эту тему, наверное, да не наверное, а есть, что залог успеха для человека, занимающегося искусством, в том числе для литератора, это непременно быть в центре событий, в гуще, в тусовке, там, в богеме, в нашем случае в Москве, допустим, на худой конец в Питере. А для, так сказать, литераторов всего там мира, художников и так далее, там по старой памяти, это, конечно же, центральная столица всего этого Париж, само собой. Ну, была, по крайней мере. Ну, сейчас, наверное, Нью-Йорк. Ну, в данном случае, вот, все наоборот. Книга во Владивостоке, о Сахалине, без всякой тусовки богемы и так далее, созданная. Что опровергает всю вот эту вот диалектику, потому что она, ну, просто хороша, без всякого. Ну, по этому поводу я когда-то тоже немножко стебанулся. Писать надо ехать в Париж, во Владивостоке не пишется. Сидишь над бумагой, сопишь, а дело нисколько не движется. А там, как придешь на Монмартр, винишком, абсентом похмелишься, такой нападает азарт, что еле на утро шевелишься. В Париже пускай и дожди, но пишутся тропики, тропики. И с каждой рюмашкой гляди, короче, у девушек топики. Там глазом куда поведешь, все мили расплошь до картасеры. Один на другого похож, беретом и пьяной гримасою. С такими присядешь в кафе, такое пойдет сочинительство, что пусть хоть ауту-да-фе проводят мне по совместительству. Пусть ходит рука ходуном, но так даже больше напишется. Я здесь бы остался говном, но стану звездою в Париже. Песенка хотевшего литератора. Не хотел я жить как овощ, не желал себя в салат, и призвал себе на помощь литератора талант. Литератор Богу пара, созидателю родня, равня. У него внутри пожары демиургого огня. То ли с пьяну, то ли с дуру, и не в лад, и не в попад, я себя в литературу, а она меня назад. Насажу я, думал, яблонь, возведу я город-сад, не исчезну, не прозябну, внуки вас благодарят. Мне вас вдвигнут рукотворно, что руками сам не смог, обкладут камнями ровно мой невидимый чертог. Отказавшись от гламура, от повышенных зарплат, я себя в литературу, а она меня назад. Пусть останусь непонятным, то есть непонятым совсем, но заранее приятно, что известен стану всем.
налетят шалуньи музы, как на лампу мотыльки, невесомым лягут грузом на перо моей руки. С каждой музой шуры-муры, встаньте, музы, встаньте в ряд, я себя в литературу, а она меня назад. Я не требовал награды, не желал я гонорар, а признали только гады, что имею скромный дар. Юноши надежды мают, смелость мает города, под ногой земля сырая всех признает навсегда. Припев два раза. Ну и вот тут я с самого начала упомянул, что как приятно читать ровную, естественную, жизненную литературу, биографическую к тому же, после десятилетий издевательств над читателем со стороны постмодернизма. Вот. Хоть я и не без удовольствия когда-то, конечно же, позволял над собой издеваться. Но вот этап как бы пройденный. Захотелось чего-то чистого, свежего. Вот, ну вот над модернистами тоже как бы так вот. Подвел черту. Ах, пост да выпист модернисты, как жизнь их стала нелегка, как тяжело играют гарнисты и в свет сигнальные маяка. Уже глубокая барокко во всем зияет рококо, уже вылазит как-то боком, ползет, как дырка на трико. Ах, модернисты, пост да выпист, ах, кобелины, сыны, как под собой не чуя выкрест, уже не пестуя вины. А пост замолвить модернисте ни слова больше не хочу. Зайдусь в художественном свисте, заплачу, нет, захохочу. Ну и последнее, так, просто под погоду, под настроение, под... Хожу лиричен до краев, элегии простужен, стекает лирика с краев и натекает в лужу. Набился в лужу полый лист, кому теперь он нужен? Эх ты, октябрь, пофигист, пожухл, коряв, натружен. В Израиль гуси подались, и я хочу в Израиль. Зимой здесь не зашибись, зимой здесь просто хайль. Зимой здесь полный холокост, ни капли не кошерно. Кто виноват, ответ непрост, совсем никто, наверное. Все, чем могу и как могу, не Болдина, согласен. Но что-то чешется в мозгу, и этим я прекрасен. Ну вот это я тоже хотел тебе вот. Вот. На той губу под туман. Он как белый океан. Буровые захлебнулись, в нем солнце выглянуло тонко. Днем почернел в ложбинах белый снег, по утрам тайга, как в белом сне. Вездеход нам опять, ребята, не везет, смену вахты придержали. Нам, что ж на севере у нас весна, почернел в ложбинах белый снег, по утрам тайга, как в белом сне. Зачем я это все писал? Ах, на севере у нас весна, почернел ложбинах белый
снег, по утрам тайга, как в белом сне. Вместе лучше, рано. Тут уже ребята сыграны, так что такая бытовая зарисовочка. Золотым эполетом свалился листок на плечо. Вот и кончилось лето осенним и нудным дождем. Целый час буксовали, дорогу опять развезло. На плечах раскачали зелок, прорвались, повезло. Целый час буксовали, дорогу опять развезло. На плечах раскачали зелок, прорвались, повезло. Вдруг подвинул стакан и сказал: все дела позади. Так и хочется лету сказать: уходить, погоди. Ведь за этой ненастной короткой осенней порой на полгода опять побрататься придется с зимой. Эх, в царя и Христа, ведь не зря же обложенными залог. Те дожди, что над нами вторую неделю идут, в безысходности этой качается туча череда. Ах, как хочется снега, когда же он будет, когда? В безысходности этой качается туч череда. Ах, как хочется снега, когда же он будет, когда? Вот стань бы Богом, и что бы тогда, мой приятель спросил? Да я б на зиму и лето года северянам делил. Это было бы лучше, поверь, для таежных людей. Нет сомнительных весен и нет безысходных дождей. Друг смеется, кончай, видишь, водка прокисла в конец. Эй, Всевышний, и мне протянул огурец. Философию брось. Утром лужу под нашим окном застеклил мороз. Ты мне что-нибудь напиши, напиши. Не из одолжения, а так для души. Как в Москве живется и климат какой, солнце и дождь над Москвой рекой. Так или не так, там рекламы горят, москвичи все так же на «а» говорят. И в метро, наверное, после пяти не проесть, не то чтобы просто пройти. Да в Москве во время, конечно, кофей, а у нас вторую неделю метель. Снегом завело к буровым колею, словно время прежнюю жизнь мою. В Нижний Вал не хочет приехать,
Москва. И какой тут резон, и сегодня так, как ведется давно. Погляди за 40 копеек кино, и сегодня так, как ведется давно. Погляди за 40 копеек кино. Смогу. Через день сорвусь и обратно в тайгу. На бордовом холсте рассвета фантастически вырос лес, будто вырезан по трафарету и наклеен на фон небес. Фантастичность этой картины, нереальности полоса, восходящее солнце льдины проецирует на небеса. Их Охотского моря ветра снова выгнали на берег к нам, к нам в прибрежный поселок еще вчера незаметно пришла весна. А диспетчер проспал и не видел весну. Он намаялся за день и нагло заснул. И она не стала будить, и пошла весна побродить по еще не проснувшимся тихим дворам. Сонным окнам заглядывая в глаза, отпустила в Охотское море ветра. Люди спят, будить нельзя. А диспетчер проспал, прям луч закала. А диспетчер проспал, что весна пришла. Свой какой-нибудь знаменитый брюзик.
Она никогда не спешила домой. Она не знала дороги назад. Эй, кто ее мысли летит по прямой? Туда, где начинается ад. А он не был доверительный плюс, перебирая азбуку нот. Мой хрустальный непрочный союз разбился о камни обычных забот. К тому же тот блюз никто никогда не споет. Запойных проблем, но его могли давно стирать у свой курс, и в итоге он остался ни с чем. К тому же этот блюз никто никогда не споет. Thank you.
фиолетовой былью растворяешься ты. Коснёшься едва. Всё, что было, было, а могло и не было. Я не убила, значит, надо забыть. На почве грязной я ушёл и заменил. Ищите на праздной меня ушла. Куда не скажу. Сергей Пять.
Теперь об этом я не буду. Тайком на гитаре. Тайком, да. Так и не научился, бестолковый оказался. Да, на гитаре. Так только поет, и то текст подглядывает. Да. И причем слова у Пермяного стырил. Все. Да. И нагло нам изменишь. Мой час почти настал. Весь пройден путь, что мне я вас собрал и расскажу, то в чем уверен. Я прожил жизнь зря, красиво, весело, достойно. Да, мои друзья, я жил по-своему. Много не сумел, но засмеюсь, а не заплачу. Посильно ли кому прожить так весело и вольно, как мне хотелось самому. Я жил по-своему. Что такое человек? Будь сам собою весь свой век, сумей же голову поднять, не на коленях умолять. Как я посмел, как я сумел, я жил по-своему.
исключению классно вышло. Спасибо вам всем.